Всем привет, ребят! 22 июля 2021. Нахожусь в Риолиндо на заправочке. Вот. Заправил машинку дочину. И сегодня видео, как зарисовочка нашей жизни в Америке. Не здесь я расскажу, в этом видео расскажу о том, как государство заботится о детях наших. Ну, наши дети в обычное время, да, в учебное время получают бесплатные завтраки в школе. А сейчас у нас лето, они на каникулах, но при этом все равно государство о них заботится. И вот два раза в неделю я получаю в ближайшей школе, которая относится к нашему дистрикту, школьному объединению, да, районному, то два раза в неделю даются вот такие пакеты с завтраками или обедами, ланч можно назвать даже обедом, не breakfast, а ланч именно. Вот здесь 4 пакета у меня на 4 детей, которые в школе у меня. И я сейчас после паузы покажу, что входит в наш пакет этот. Это бесплатно абсолютно, то есть я подъезжаю без никаких там проверок по спискам и так далее, и так далее. Просто говорю, 4 человека, 4 ребенка, и все. Все как бы на честность, никакого контроля особого нет. Вы можете в этот же самый день поехать в несколько школ получить это, как вам заблагорассудится. Ну, обычно это люди не делают, хватает вот одного места. И сейчас я покажу вам, что входит в этот пакет. Да, ребят, ну давайте вот я пакет разложил. Покажу от начала. Так, у нас здесь пепперони пицца. Ну, типа кусочек пиццы внутри с колбасой и сыром. Вот такая. Потом вот это багелс, ну это типа хлеба просто. 4 кусочка. Потом это у нас Incredible Peanut Butter and Grape Jelly Sandwich. Ну, получается, в виде такой булочки внутри начинка у нее арахисовое масло с вареньем из винограда. Или желе из винограда. Так, потом, что это у нас? Это у нас чиминада. Видите, по форме такой пирожок. Типа чебурека. А начинка внутри фасоль и сыр. Ну, разогревается, ложится. Это разогревается, ложится. Так, следующий у нас это чизбургер. Так, пакетик с овощами. Это у нас брокколи. Еще один пакетик с овощами. Это у нас морковочка. Что дальше? Это у нас сушеная клюква. Потом овсянка сладкая. Ну, ее нужно готовить. Это у нас томатный соус. Вкусный, кстати, маринара. Так, дальше у нас это яблочное пюре. Также баночка у нас с фруктами в сиропе. Еще одна баночка с фруктами в сиропе. Ну, потом это кексики. Да, банановый кекс. Также еще сладкая вещь. Это у нас дэниш. Ну, тоже типа булочки. Такая крученная, полита сладким. Палочка сыра вот такого. Это у нас чеддар. Что еще? 4 баночки сока. Яблочно-грушовый. Яблочный. Малиново-клубничный. И тангериновый. Ну, апельсиновый. 2 молока. Обычное молоко. И шоколадное молоко. И вот такие багели маленькие, тут 6 штук, по-моему, их обсыпаны сахарной пудрой, бублики. Ну, вот такой набор, ребят. 2 раза в неделю, иногда еще дается на семью пакет или овощей, или фруктов отдельно.
То есть вот так, ребят. Спасибо за просмотр. Бай-бай.